Добрый день, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. Я хотел бы, дорогие друзья, чтобы вы были легкие на подъем. Когда мы говорим о том, что тяжело учить английский, страшно эмигрировать или просто поехать куда-то далеко учиться, в ту же самую Австралию, нам почему-то кажется, что это кажется нам. Ничего сложного особо нет. Я думаю, что мы потеряли такое качество, как легкость на подъем. Сейчас в нынешнем мире вам не надо 2-3 недели добираться или там 2 месяца добираться до Австралии кораблем. Самолет донесет вас в течение суток из вашего, от дверей вашего дома до дверей там вашего общежития в Сиднее. И никакой особой проблемы нет. Я понимаю, там это коронавирус там и так далее, но это все пройдет. Надеюсь, рано или поздно. А в принципе, мы говорим о том, что люди потеряли желание уходить с насиженного места. Я просто думаю, что если бы не катастрофическая, а на мой взгляд, действительно катастрофическая ситуация и в России, и в Украине, и в мире, вообще, когда на каких-то конкретных местах, где вы живете, ну, в действительности сложно, ваша нежелание менять что-либо, ваш консерватизм не позволил бы вам вообще ничего сделать. А это очень плохо. Это вызывает вашу леность ума, вашу... Вы берете только то, что, как говорят в народе, на расстоянии вытянутой руки, within your grasp, то есть вот то, что вы можете схватить, не поднимая свои задницы. Вот это вы и берете. А сделать шаг, сделать два шага. И если вы только просто будете считать, что вы вообще в принципе можете сделать. Вот в принципе. Можете вы прыгнуть на 2 метра 40 сантиметров? Нет, вы не сможете в высоту на 2,40 прыгнуть. Это исключено. Теоретически единицы... И то, скорее всего, под допингом, может быть, так нет. Можете вы учить английский язык? Вы учите английский язык, вы можете любой, в любом возрасте, с любым начальным уровнем до досконального. Если это вам надо. Если надо, делайте. Если вы можете доказать, да, это вам надо. А не просто, я хочу читать Шекспира. Нахрена вам тот Шекспир? Читайте его в переводе. Он вам не очень нужен. По крайней мере, подавляющему большинству из вас в реальности. А то, что вы, допустим, можете эмигрировать, то, что вы можете быть профессионалом с зарплатой в 300 тысяч долларов, работая на дядю, то есть неся никакой ответственности, это же замечательные условия, правильно? И только этого сдерживать. Так все, вопросов нет, надо делать. Стать хорошим профессионалом. А что вы... Вот что сдерживает человека в IT стать великолепным профессионалом? Лень. Ну, или, скажем так, не лень, а даже не какой-то консерватизм, а просто вы не стали, вы перестали быть легкими на подъем. Поэтому, дорогие друзья, это, по-моему, на мой взгляд, это самое легкое, что вы можете сделать. Вообще, самое легкое. Ну так сделайте это. Спасибо.